Добрый день. Мы продолжаем тему французских писателей, фамилии которых начинается на букву «Ж». И переходим, пожалуй, к самому интересному периоду в литературной истории Франции. Это французский модернизм. Модернизм, безусловно, в широком значении этого слова. Модернизм как обозначение всего литературного направления. Как вы знаете, существует мнение о том, что период приблизительно с начала 20 века по 30-е годы 20 века знаменует собой появление отдельного течения, именуемого модернизмом. Мы говорили о некоторых представителях этого направления. Но в то же время существует и обобщенное представление о модернизме, куда входят все течения, так или иначе связанные с исследованием литературной формы, может быть, иногда в ущерб содержанию, и которые появляются приблизительно в последней четверти века XIX и продолжаются до наступления эпохи постмодернизма. Собственно, это довольно продолжительный период, когда происходит, как известно, переключение с реалистического литературного жанра, с классического реализма. Вот в это очень сложное, разветвленное множественным образом, в равной степени представленное как в западной культуре, так и в отечественной культуре, и даже трансформирующиеся, безусловно, в условиях советской культуры, по крайней мере, на начальном этапе ее становления, это все, так сказать, те или иные формы модернизма. И, конечно, в литературе французской модернизм сыграл просто невероятную роль. Он не только, так сказать, привел к глубокой трансформации французского языка, так сказать, обновил его совершенно теми формами, которые, пожалуй, не присутствовали ранее, по крайней мере, в строении языка. Но и, конечно, существенно обогатил палитру французских писателей. Мы о многих из них уже упоминали, начиная с Аполлинера и многих других. Но вот среди авторов на букву «Ж» таких писателей было достаточно много, и это были достаточно громкие имена, о которых мы будем говорить. И первым в этом ряду, и по возрасту, по началу, так скажем, своей литературной деятельности, стоит Андре Поль Гийом Жид. Писатель, не просто, скажем, французский писатель первой величины в 20 веке, но и признанный писатель с мировым именем, удостоенный в 1947 году Нобелевской премии по литературе.
Поэтому, конечно, невозможно не рассмотреть эту фигуру во французском модернизме пристально, так как мы рассматривали достаточно многих писателей эпохи модернизма, и обсудить более подробно все, что касается его жизни творческой, личной, и его произведений. Все это настолько пестро и многогранно, что трудно сориентироваться, с чего лучше начать. Начнем с рождения, так скажем, писателя. Родился он в 1869 году. В семье достаточно состоятельной, настолько, что это позволило безбедно существовать писателю на протяжении практически всей своей жизни, по крайней мере, первой половины своей жизни, когда он еще не получал гонораров от издания своих произведений. Но этого было достаточно для того, чтобы он совершил уже в это время несколько путешествий, прежде всего в Африку. Во-вторых, он удачно, по крайней мере, по его убеждению, женился на своей кузине Мадлен. Он мог позволить себе в течение достаточно длительного времени, практически до 40 лет, формировать свое мировоззрение как писатель-модернист, фактически не издавая никаких произведений, и только потом, так сказать, развернулся во всю мощь своего писательского дарования, и впоследствии, наверное, все-таки до 50-х годов, практически до своей кончины, он продолжал интенсивную писательскую деятельность. Собственно, и его приверженность к модернизму определила его знакомство с Малларме. И многие его ранние произведения были вдохновлены тем окружением, теми людьми, с которыми он был близок. И на разных этапах своей жизни и творчества этот состав людей несколько трансформировался. Ну и понятно, что, так сказать, уже когда мы можем назвать Андре Жида состоявшимся крупным писателем мирового значения, то мы упоминаем и более широкий круг писателей, таких как Ромен Ролан, Леон Фихтвангер, советских писателей в том числе, поскольку это был один из крупнейших деятелей современной литературы первой половины 20 века. Ну, пока вот это становление писателя в его неопределенном еще пока даровании происходило, он, как это часто бывает, пытался реализовать себя в совершенно разных жанрах, в совершенно разных направлениях писательского искусства. Им были вначале созданы некие
так сказать, полуфилософские, я бы так назвал их, трактаты самого разного плана, которые, в принципе, появлялись и позднее. Им были написаны весьма интересные и нашедшие широкого читателя повести. И был написан единственный роман «Фальшивые монетчики». Были написаны несколько весьма интересных пьес на классические темы, на библейские сюжеты, на античные сюжеты. Были написаны произведения, рассказывающие о его путешествиях в Африку и в Советскую Россию, которые тоже носили литературно-художественный оттенок и которые оказали сильное влияние на формирование прогрессистских настроений в Европе в отношении того, что в это время происходило в колониях, в экваториальной Африке, и воздействие Андре Жида с его произведениями на те процессы, которые за этим последовали, признается сегодня его критиками, его сторонниками. То есть его жизнь имела и значительное социально-политическое влияние на мировую политическую мысль. Его неоднозначные совершенно взгляды на Советскую Россию, начинавшиеся как очень комплементарное отношение к советскому эксперименту, к советскому строю, к Советской России, к перспективам развития, в том числе и мировой революции. После посещения Советского Союза несколько трансформировались, что вызвало дискуссию литературную даже после его публикации, связанной с поездкой в СССР. И последующие, так сказать, разъяснение своей позиции, своих оценок сталинских режимов, тех негативных проявлений, которые он обнаружил в Советской России. Вместе с тем, его книга наполнена благожелательным абсолютно отношением к советскому народу, к его трудовой романтике, к его свершениям. И по существу она, так сказать, разрывает взгляд Андре Жида на две, так сказать, крайности, на две полярности. И вот этот разрыв, на самом деле, он, как мы увидим и в дальнейшем, он присутствует постоянно во всей жизни писателя. Он постоянно поляризован в своем творчестве, в своей повседневной деятельности между совершенно противоположными, взаимоисключающими порой полюсами жизни. И это состояние, по-видимому, весьма для него тревожно, непонятно и очень часто прорывается в его прозе вот как совершенно болезненное состояние. Состояние внутренней неопределенности, внутренней конфликтности. Особенно это заметно в его трактатах, особенно в трактатах личного характера, где он исследует свой собственный внутренний мир, свои внутренние проблемы,
И в этом отношении он всегда идет в разрыве. Ну, тут нужно отметить, конечно, то обстоятельство, что родился он в протестантской семье, глубоко верующей, пуританской семье. И отец, и мать представляли по существу кальвинистское направление в религии, причем унаследованное несколькими поколениями, очень болезненно унаследованное. Ну, кстати, то есть один из его предков по отцовской линии, некий итальянец Джидо, как раз и был одним из первых кальвинистов французских, перебравшись во Францию, вот он принял эту веру, и это все, так сказать, впитано было, что называется, кровью в внутренний мир его предков, его родителей, и было унаследовано им. Но при этом совершенно, опять-таки, разрывной характер внутренней борьбы, связанной с одной стороны с глубокой религиозностью, которая тоже присутствует в массе своих проявлений в литературе, ну и совершенно греховный образ жизни, который тоже находится во внутреннем конфликте с этими, так скажем, убеждениями духовными. Вот этот разрыв, как я уже сказал, внутренний, духовный, и телесный и, так сказать, моральный разрыв, который постоянно терзает, это видно, терзает самого писателя, больше, чем мнение, высказываемое о его поступках извне, оно совершенно очевидно, оно присутствует даже в построении тех произведений, которые в той или иной степени посвящены его внутреннему миру. Но на самом деле внутреннему миру посвящены все произведения Андре Жида, поскольку они практически все на некоторое количество процентов автобиографичны. Во-первых, об этом говорит сам автор. Он постоянно, так сказать, проводит параллели в разных произведениях, которые мы видим, когда он использует некие, так сказать, переходящие из одного произведения в другое постоянные имена, которые ассоциированы с его реальными, так скажем, с его реальным окружением, с его родственниками, с его друзьями, с ним самим. То есть даже если имя меняется, мы все равно видим по типологии персонажа, что это тот самый персонаж, который олицетворяет ту или иную постать, собственно, самого Андре Жида. Вот. И это вот тоже везде. Вообще удивительно, насколько, так сказать, пронизано все творчество Андре Жида его собственной судьбой, его собственным внутренним миром. Конечно, это позволяет создать предельную правдивость его произведений. Да, если мы будем все это внимательно смотреть, изучать, то мы пристально, так скажем, немножко более пристально, то мы увидим, что на самом деле порою на поверхность всплывают полные откровения относительно тех или иных чувств, тех или иных эмоций, которые в этот момент владеют писателем. При этом, при всем при том, имея в виду, что, ну, наверное, 90% его литературных трудов на самом деле посвящены изучению феномена любви, это, так скажем, самый, наверное, классический с точки зрения исследования человеческой чувственности материал,
это любовь всегда очень целомудренна. Вы не найдете, так сказать, в этих произведениях никаких явных проявлений эротичности. Вы не найдете здесь описания каких-либо сцен, которые выходят за верхний предел, коим является поцелуй, да, скажем. Вот. И вместе с тем, любовь здесь исследуется со всех сторон. И как чистое явление, и как грязное явление, и как продажная любовь, и как все что угодно. Но это всегда вот это, так сказать, чувство, которое очень выглядит для нас, ну так скажем, целомудренно. Вот это, наверное, самое, так сказать, правильное представление. Вот, даже если эротизм там окрашен в какие-то нетрадиционные цвета, он всегда ограничен в повествовании, и когда нужно, писатель всегда задергивает занавеску. Это, с одной стороны, объясняется и эпохой, консервативной эпохой. Это объясняется, конечно, его пуританским прошлым, его пуританским воспитанием, его, в общем-то, приверженностью к протестантской вере, несмотря ни на что. Ну и, наверное, объясняется все-таки интеллектуальностью писателя, интеллектуальностью его творчества, культурой писательской, которая не позволяет все-таки выходить за пределы модернистской концепции. Хотя модернистская концепция, как мы знаем, очень пестра в своих проявлениях. Но вот это вот, так сказать, классика 18, классика 19 века, она сидит в корнях творчества Андре Жида. Вот, он не испорчен веком 20-м, уж тем более даже близко не приближается к испорченности постмодернистов. Вот это, так сказать, те качества, которые, наверное, были заметны читающей публике, замечены, и что позволило, собственно, так высоко оценить творчество Андре Жида Нобелевским комитетом. Ну, и, конечно, всем писательским сообществом. У нас есть в библиотеке собрание сочинений Андре Жида на русском языке. Полноту его оценить сложно, но, пожалуй, что оно достаточно полно представляет собой все творческое наследие Андре Жида.